Губернатор Приморья Олег Кожемяка озвучил кадровые перестановки в правительстве края. Соответствующее заявление глава региона сделал во время еженедельной планерки с руководителями региональных органов власти и главами муниципальных образований. По словам губернатора, ранее были проанализированы результаты пятилетней работы всех заместителей председателя правительства края, департаментов, агентств и министерств Приморья, а также непосредственно их руководителей. Я сейчас зачитаю новые те назначения, которые войдут в состав нового правительства Приморского края. Назначить заместителем председателя правительства Волошина Антона Анатольевича, заместителя по внутренней политике, Бронникова Ильи Николаевича, заместителя-министра культуры, Болотского Виталия Васильевича, зампред министра ЖКХ, Хученко Василия, заместитель председателя правительства, Шамонова Олега Викторовича, председатель правительства, министра образования, Стыцко Николай Игоревич, заместитель председателя, Иванникова Ольга Николаевна, заместитель председателя правительства по строительству, Мариза Дмитриевна Анатольевич, заместитель председателя правительства, Назратенко Алексей Евгеньевич, заместитель председателя правительства, Нуриев Ленар Митхайлович, тоже заместитель председателя правительства, дорожное хозяйство, агентство по гидрологическим сооружениям. Сохраняют свои должности министры Харченко Анна Анатольевна, министр финансов, Иванова Елена Юрьевна, министр по закупкам, Блохин Андрей Игоревич, министр экономики, Набученко Наталья Борисовна, министерство контроля, Нерв Светлана Анатольевна, министерство юстиции, Златкин Александр Владимирович, министерство ГОЧС, Игнатенко Алексей Владимирович, министр транспорта, Калитин Сергей Владиславович, министр промышленность торговли, Дубовицкий Сергей Викторович, министр труда и профессионального образования, Брос Андрей Александрович, министр сельского хозяйства, Красицкая Светлана Викторовна, министр социальной защиты, Кузнецов Жан Зорович, министр спорта, Волошин Константин Геннадьевич, министр цифрового развития. Министерство по энергетике и газоснабжению ликвидируется, электроэнергетика передается в Министерство строительства, создается агентство по газификации и газоснабжению. Министерство природных ресурсов ликвидируется, его полномочия передаются в новое министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Эта модель полностью копирует ту модель, которая создана на федеральном уровне. Вот, то есть, поэтому здесь, я думаю, что просто будет такое большое сильное министерство. Создать агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Вот, остальные действующие агентства и департаменты сохраняют свои должности. Вот, назначить министром здравоохранения Шестопалова Евгения Юрьевича, министром архитектуры и градостроительной политики Глушкова Антона Александровича, министра имущественных отношений Довтяна Ареста Мартыковича. Председателю правительства Щербинева Георгия подготовить соответствующие нормативные правовые акты и взять это в работу.